Ехал я, значит, по работе как раз на центральный стадион. И в районе цирка у меня из-под панели пошел дым. Сначала дым, потом языки пламени. Огонь быстро охватил салон автомобиля. Полыхающая машина ярко выделялась на фоне ночного города, однако печальное зрелище не привлекло внимания. Я остановился, скинул аккумуляторную клемму, пытался остановить машины, никто не останавливался, но рядом оказались сотрудники. Выражаю огромную благодарность, что помогли, спасли и зря говорят о них плохо. По требованиям ГИБДД в багажнике каждой машины должен быть огнетушитель. Кто же знал, что в экстренной ситуации инспекторы сами докажут, что это не просто формальность. Спасительный баллон сохранил машину от полного выгорания, а может и не одну. Автомобиль загорелся в нескольких метрах от АЗС. На маршруте дежурство напарников Хайбулина и Матвеева. Экипаж уже не раз и фиксировал, и предупреждал ДТП, но в роли пожарных впервые. Чуть-чуть страшно было, но в первую очередь должны помочь людям при обращении. Сразу же оперативно подъехали. Когда идешь, совершаешь какой-то поступок, наверное, не думаешь уже о страхе. Это уже вторичное. Основная задача была потушить все-таки автомобильное. В роковую ночь инспекторам пришлось бороться с огнем, а водителю еще и на время стать электриком. Оказалось, что пламя в салоне вспыхнуло из-за старых предохранителей. Покупая новые, везунчик не забыл и о недавнем горячем рейсе. Теперь за руль только с огнетушителем. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.